Программа «100 городских лидеров» подразумевает активное включение жителей в преображение города. Проект создан агентством стратегических инициатив для привлечения к проблемам городской среды предпринимателей, НКО и активных жителей. На базе опорного вуза Сергей Морозов встретился с представителями всех отраслей, чтобы обсудить дальнейшую работу. Я здесь сегодня по приглашению губернатора области. Мы хотели бы обсудить перспективы включения городов области в программу «100 городских лидеров», которую реализует агентство, и обсудить, какие проекты могут туда войти в следующем году, какие проекты лучше подавать от области, какие, может быть, не стоит пока. Для агентства стратегических инициатив важно, чтобы конечный продукт был плодом консолидированного мнения власти, бизнеса и граждан. Результат – польза всем. Людям – возможность отдыхать так, как им хочется, бизнесу – зарабатывать тем, что интересно, власти – получить еще один уголок, не требующий государственного обеспечения. По словам ульяновских коммерсантов, желание включиться в подобное дело у них есть. Я даже скажу так, это была наша инициатива, вот привести сюда руководителя 100 городских лидеров Татьяну. Потому что я считаю, что бизнес и городское пространство – это неотъемлемая часть. Мы, когда его формируем, благоустраиваем, мы, безусловно, должны учитывать интересы и власти, и жителей, и бизнеса, чтобы все это вместе делало наш город лучше, приятным для времяпрепровождения. Над тем, чтобы сделать города и населенные пункты региона комфортными, уже работает национальный проект «Жилье и городская среда», куда входят программы формирования комфортной городской среды, народный бюджет, движение ТОС и многие другие. 100 городских лидеров учитывает интересы тех, кто пока не включен напрямую в процессы благоустройства, а именно ульяновских бизнесменов. Полтора десятка лет назад, когда, так сказать, там в Ульяновской области было достаточно много этих проблем, мы тогда сказали о том, что мы можем построить мировой креативный регион, который позволит достаточно большому количеству людей, творчески мыслящих, желающих изменить мир вокруг себя, создать огромную воронку, которая бы увлекла всех, создав огромное количество комфорта. Ульяновская область, по мнению губернатора, не должна останавливаться на уже достигнутом. Отрадно осознавать, что в огромных рядах благоустроителей ульяновские бизнесмены будут не только спонсорами благоустройства, но и его авторами. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.